Ульяновские парламентарии решили не отставать от федерального центра. Депутаты законодательного собрания внимательно изучили этот закон и пришли к выводу, что подобная практика может быть осуществлена и на территории Ульяновской области. К сожалению, не массово, но у нас есть факты, когда депутаты законодательного собрания по разным причинам, не всегда уважительным, подчеркиваем, пропускают заседания комитетов, игнорируют заседания законодательного собрания, и, значит, есть и сигналы, что не всегда отчитываются перед избирателями о своей работе, не ведут прием. Уверен, что вот данный закон, который предусматривает, что если в течение 90 дней, такую норму мы закладываем, депутат не посещает законодательные собрания и комитеты и не работает в округе, то уже фракция или комитет, который представляет депутат, может через мандатную комиссию, через рассмотрение на фракции быть лишен мандата. Новые требования призваны поднять дисциплину народных избранников и повысить качество их работы с избирателями. Естественно, отследить работу депутата вне стен законодательного собрания довольно сложно. Поэтому жители могут взять ситуацию на местах под свой контроль, сообщая о неисполнении депутатом его обязанностей, осуществляя таким образом своеобразный народный контроль. Ульяновск стал одним из первых регионов в России, примеривших на себя новую инициативу. Сейчас закон находится на рассмотрении, но уже в июне должен вступить в законную силу. В законодательном собрании же надеются, что подобную практику смогут перенять и муниципальные образования всей Ульяновской области.